стены клуба, люд в ожидании замер. Те, кто в пределах круга, отлетали вместе с нами. МС казнил звук грубо, сотрясал низами. Светом озарял толпу, на головы бросал тень знаний. В тени знаний, подержи подольше. Здесь рэп матершины валит, не лезет под кожу. Притяжение подземки все сильнее наших людей больше. Выдыхай, вижу, ты такой же. Знания вылазят из-под земли, их охраняют мои братья. Ни в коем случае не вздумай злить их при встрече. Они вооружены, их оружие – это речь. АУ-7-4, сила в комбинации. Можешь не шарить на моменте, объяснят на пальцах. Не страшно, страшно, если есть чего бояться. Силуэты плавают по стенам, назревает акция. Вокруг ползают змеи. Свет самой точки на диаметра. Но в лучшем случае закончится завтра. И будет прогноз, погода оправдана. Просто мы можем, но не так надо. Как на полосе и пейцу паре. Ты уверен, мы долгий спарринг. Это The Kaliningrad Room, и мы сегодня находимся на вагонке на концерте Муравья. Йоу! Сейчас мы поговорим с ним, и он ответит нам на каверзные вопросы и посмотрит клипы калининградских рэперов. Из Калининграда, да, все? Будут? Да, это будет все Калининград. Это старое, наверное, что-то вообще, нет? Нет. Нет? Он свежий, типа клип. Да. Я идеи жду, как и людей с неба маны. Звенят стаканы, по сути рвутся тараканы. Главное, что Пакистан не растратим по пустякам. Отличник обои мажу десна валерьянкой. Подземные коты, кто такие? Ну да ладно, все в старом стиле. Я знаю, я про килограмм слышал. Он сам, да, такие, ну, известные в Калининграде больше всех, да, из хип-хоп, наверное, да, нынешний, ну, по крайней мере, за пределами. Ну, ты даже знаком с копией. Каждый день тяжел, как понедельник, крест на шее оберегает меня неделями. Ну, я в курсе за них, короче, я смотрел уже 90-х. Ну, так, только самое, наверное, что мне очень нравится, музыка, знаешь, ну, инструменталы какие. А так, ну, читать круто, текст хороший есть. А здесь почему-то видео не появилось. Это море по коленам не. Ну, это какая-то лирика, да, какая-то? А, ну, да. Ни одной жемчужины на дне. Вика. Может, а как тебе треки вообще такие? Такие треки? Ну, честно говоря, немного устал я уже, ну, если... Лирика. Не знаю, да, немножко устал от лирики, но хотя я сам тоже лиричный мэн, поэтому... Крэга нас слушали. Не знаю, да, наверное, так. Хватило. Ну, все равно интересно, то есть, ну, да, как, какое настроение, знаешь, заходит. Бывает трек, который слушаешь и думаешь, ну, типа, полный шит, а потом прислушиваешь, и, ну, как-то круто заходит. Команч. Си. Это тоже, да, Калининград? Да. Ну, снято хорошо. Тебя вообще прикалывают всякие такие хипстерские темы? Ну, видео, по крайней мере. Да, ну, это не хипстерское видео, это просто какой-то видеоряд, я не знаю. Не, я имею в виду темы такие вот. Типа, там, стрижень. Ну, если это уместно к треку, тогда почему нет? Немножко места как бы такое избитое, что одна локация, знаешь, ну хотя у меня самого там клипы какие-то тоже не особо. Ну здесь все в одном и том же месте, ну прикольно как-то, есть что смотреть, то есть, ну, не знаю. Жизнь какая-то? Да, это кто-то. Мы одели свои кроссовки, одели свои штаны, теперь все знают, что мы крутые пацаны. Я беру микрофон и говорю свои слова. Ну вот на самом деле это вот круче, то, что ты, ну, некоторых поставил. Ну, так, ну это прикольно как бы. Не такой типа бестибой, скажем, ну, да, но это тоже сложно, покажется легко делать, на самом деле нужно тоже запариться. Мы хотели пати. Рэп вводится в организм сразу, первого просмотра, большими дозами. Полный олдскул, но очень качественно там сделать, мне кажется, это может стельнуть, ну, как бы заново, знаешь. Потому что это уже забыто, так никто не делает, но это слушается нормально. 80-е. Да. Ну и давай, наверное, мы тебе вопросики. Давай вопрос.
Самый безумный поступок, который ты совершал? Блин, я сходу так не могу придумать, правда. Ну, такие вопросы вообще. Ну, какой-нибудь, может, ты вчера напился? Да, я не знаю. Нет? Безумный, такой безумный поступок. Такого у меня, наверное, не было. Прыгал с парашютом? Наверное, ну, не прыгал с парашютом, когда прыгнул с парашютом. Наверное, скажу, что это самый безумный поступок. Такого не было. Твой личный девиз по жизни? Ну, быть уверенным в себе, самое главное. Откуда у тебя барабан? Барабан какой? Не знаю, просто откуда барабан? У тебя барабан? Не знаю. Стерва или пай-девочка? Кого выберешь? Пай-девочка. Почему? Не знаю, но это лучше звучит даже стерва как-то, слишком. Кобейн или Леннон? Леннон. Что первое ты бы вынес из горящего дома? Диван. Что такое трэп? Трэп? Это рэп. А что такое твёрк? Твёрк? Это тоже? Тоже рэп. Тоже рэп. Лучший способ возбудить женщину. Не знаю, посмотрите в глаза. Это сильный ответ. Черно-белое или цветное? Черно-белое. Все. Черно-белое. Почему? Ну, как-то, не знаю, тоже круче смотрится. Черно-белым любое видео выигрышное. А? Стильненько. Стильненько? Да, стильно выглядит. Да-да-да. Стакан для тебя наполовину пуст или наполовину полон? Наполовину полон. Пентхаус в мегаполисе или домик в деревне? Пентхаус в мегаполисе. Ван Дам или Сигал? Сигал. А почему? Потому что он всех ломает. Он мучает всех дольше, чем... И не балерины. Ломает кости. Ты выбираешь или тебя выбирают? Я выбираю. Когда ты последний раз плакал? Не помню, может, года два назад, но это так было, как-то по грусти, наверное, может быть, какая-то причина, ну, где-то так. Окей. Чего больше ждешь, новые «Звездные войны» или «Терминатора» нового? Ни то, ни другое, не люблю это. Ни то, ни другое. Отлично. Главное, что ты не ботан тогда. Ну, просто, это вообще, на самом деле, тест на...